Я бы хотела просто небольшое вступительное слово как бы сделать, да, и представить нашего главного спикера. Сегодняшняя встреча вообще посвящена субсидиарной ответственности. С одной стороны, звучит-то это очень как-то юридически. Да, ну вот как бы некое юридическое понятие. Но я думаю, что каждый из вас понимает, что это не совсем, ну это не просто юридический термин, а это касается системного управления компанией и в том числе корпоративного управления. Да. Я как адепт, да, корпоративного управления видела много раз за свои там, 20 лет карьеры, видела, когда хорошее, системное, качественное корпоративное управление помогает, как Владимир прекрасно сказал, сесть в эту шлюпку, которая как бы спасательная, но не просто сесть, но еще и желательно доплыть до места назначения, да, потому что, да, поэтому, не-не, сесть в шлюпку, спасательную. Вот, многие как бы говорят, что тема субсидиарной ответственности, она как бы, ну, не очень, типа, распространена у нас в России. Просто несколько фактов. За последнее время, а именно за 23-й год, я так понимаю, если я не ошибаюсь, то у нас, да, точно, в 23-м году было подано более 3500 заявлений в суды про субсидиарную ответственность. И из них около 40% было удовлетворено. И с точки зрения денег это прям большие деньги. Я не знаю, там, Володь, скажешь или нет, но это прям реально... Да, это прям реальная как бы история, она не выдуманная, это наша с вами российская статистика. Вот. Поэтому эта тема, она прям вот набирает обороты. Сегодня будет выступать Владимир Шапенко. Соответственно, может, ты тогда сам? Да. Да, ведь? Да. Ты же хорошо про себя рассказываешь. Я хорошо, да. Лучше, чем про что-то другое. Да. Здравствуйте, рад вас приветствовать, спасибо, что пришли. Меня зовут Шапенко Владимир Владимирович, я управляющий партнер юридической фирмы Шапенко и партнер, адвокат. И почему я сегодня рассказываю о субсидиарной ответственности? Потому что у нашей фирмы, у меня, собственно говоря, опыт практически непосредственной защиты интересов в судах. То есть буду говорить о том, о чем я знаю. Да? Вот. И очень надеюсь, что вы узнаете очень много интересного и нового сегодня. Вот. Что касается статистики, Юля уже... Подожди, Володь, можно одну еще вещь как бы скажу? Да, то есть... Мы на самом деле, почему, как бы, вот мы представили, да, то есть сказали, что, например, Владимир исполнительный директор внешторг-клуба, да, мы упомянули, мы все сюда пришли, да, в МНИИПУ, да, Московский научно-исследовательский институт управления, да, и на самом деле у нас есть клуб для своих умных, да, клуб для докторантов, это QR-код телеграм-канала. Вот, где мы будем публиковать в том числе и приглашения на всякие мероприятия. Вот, поэтому потом, безусловно, мы какую-то часть из презентации пришлем, если Владимир разрешит. Разрешит же Владимир какую-то часть? Да. Но там обязательно как бы тоже QR-код тоже будет, поэтому пока он только созданный, да, но мы прям обещаем, что мы будем активно... у нас есть уже и расписание мероприятий, и мероприятия, да, то есть это как бы будет касаться большого достаточно спектра жизни. Все, теперь полностью отдаю. Да, спасибо большое. Немного о статистике. Значит, по данным федерального ресурса, в первом полугодии 2024 года было подано 3127 заявлений о субсидиарной ответственности. И можно смело сказать, что практически ни одно дело о банкротстве в настоящее время не обходится без заявления о привлечении кого-то из лиц, о которых мы поговорим, к субсидиарной ответственности. Вот. Это немножко меньше, чем в первом полугодии 2023 года, но зато средний чек увеличился привлечение к субсидиарной ответственности. Значит, средний чек, так сказать, привлечения к ответственности за первое полугодие 2024 года составляет 93 миллиона рублей на одно физическое лицо. Вот это серьезно. Для физического лица такая сумма очень серьезна. В 2023 году такой средний чек составлял 77 миллионов рублей.
то есть на 20 миллионов практически увеличилось. Вот. И с каждым годом вал этих заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности растет. Почему? Вполне понятно, да? Потому что если невозможно привлечь к ответственности и получить кредиторам долги с юридического лица, пытаются получить эти долги, эти деньги с физического лица. А механизмов там очень много, и я о них вам расскажу. Начнем. Ну, что такое субсидиарная ответственность, наверное, все знают, но я немножко на этом остановлюсь. С точки зрения законодательства о банкротстве, это дополнительная ответственность контролирующего должника лица, так называемого КДЛ, дополнительная ответственность к ответственности юридического лица. Очень часто в банкротстве у должника денег нет, поэтому в интересах кредиторов привлекать лицо, которое его контролировало. Что такое контролирующее должника лицо? Это лицо, которое тем или иным способом влияло на принятие решений в компании. И это не только руководитель, это не только акционер, но и другие лица, о которых мы с вами поговорим. Кроме того, это лицо, которое получило выгоду от компании. А выгоду от компании может получить не только контролирующее должника лицо, но даже его дети и даже его супруга или супруг. И я вам приведу примеры таких судебных дел, когда у детей забирали их имущество. Ну и, естественно, забирали у супругов. Вот. Суд устанавливает лицо, контролирующее должника, по любым доказанным основанием. Здесь может быть абсолютно широкий круг оснований. В каждом деле это конкретные. Вот, поэтому тут все очень-очень и очень непросто. Значит, если контролирующее должника лицо своими действиями или бездействием способствовало банкротству, оно может быть привлечено к субсидиарной ответственности. Кратко, отличие субсидиарной ответственности от солидарной. Солидарная ответственность нескольких должников – это когда кредитор может выбирать, к кому обратиться, к любому из должников. К субсидиарному должнику обращаются только тогда, когда у основного должника не хватает средств. Вообще считается, что в современном законодательстве о банкротстве институт субсидиарной ответственности имеет прокредиторскую направленность, то есть он больше защищает кредиторов. И чем дальше вносятся изменения в законодательство о банкротстве, тем это, в общем, больше и больше проявляется. И хотя этот институт является и считается исключительным механизмом для восстановления нарушенных прав, но на практике эта исключительность состоит не в том, что ответственность эта применяется в исключительных случаях, а в том, что в законодательстве есть исключительное регулирование, то есть особенное регулирование этого института. Я вам расскажу о том сейчас, о нескольких делах конкретных, в которых к субсидиарной ответственности привлекали не только самого должника, но и несовершеннолетних детей. Дай бог всем долгих лет жизни, вот, но привлекают и наследников в случае смерти контролирующего лица. Например, есть такое дело, Верховный суд рассматривал. При жизни наследодатель передавал имущество своим детям, дарил или на основании других сделок, которое, в принципе, могло войти в конкурсную массу и могло служить для удовлетворения требований кредиторов. Но наследодатель передавал его своим детям, и в конце концов суд признал, было такое дело о банкротстве ООО «Альянс». Суд, в частности, сказал, что личность несовершеннолетних детей была использована родителями в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания. И даже если у этих сделок отсутствуют признаки мнимости, то есть когда
сделка не направлена на достижение последствий. Все равно могут и обратить взыскание, и арестовать это имущество, и в конечном итоге у детей забрать. Вот продолжение о том, что я сказал. К ответственности привлекаются все, ну, кто как-либо влиял на принятие решений. Это достаточно, ну, наверное, объективное, частично субъективное основание. Кто был в цепочке сделок и получил от этого выгоду. Если дети в конечном итоге получили выгоду, значит, они тоже могут подлежать субсидиарной ответственности. Ну и общее совместное имущество супругов. Было такое дело, господин Чуби некий, будучи единственным участником общества и генеральным директором, совершил ряд действий, которые привели к банкротству. Он отчудил, есть такой глагол, отчудил, продал имущество компаниям, подконтрольным его супруге. Вот. В результате конкурсный управляющий, который управляет банкротством, да, и суд проанализировали движение денежных средств по счетам нескольких десятков юридических лиц, связанных с должником, сопоставил приходные и расходные операции по этим сделкам, операции по счетам групп компаний и физических лиц и сумел доказать, что движение денежных средств имело транзитный характер. В конечном итоге оно осело на счетах юридических лиц, подконтрольных супруге. Соответственно, это имущество тоже было возвращено. Сделки признаны недействительными. К субсидиарной ответственности привлечен и сам должник, и его супруга. При этом суд сделал вывод следующий. Сокрытие факта существования совместно нажитого имущества, то есть его скрывают, да, зарегистрированного на супругу от конкурсного управляющего и судебного пристава исполнителя, является доказательством недобросовестности ответчика. А если недобросовестность доказана, то это уже очень большой шаг к тому, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности. Вот. Значит, кто мог влиять на решение? Не только руководитель, действующий руководитель, но и бывший руководитель. Вот. Это тоже очень важно. И если есть такое заблуждение, что если кто-то хочет избежать субсидиарной ответственности и перестал быть директором, он все равно будет отвечать, если есть основания, за тот период, за который он был директором. Там есть сроки исковой давности, о них я поговорю попозже. Чем опасна субсидиарная ответственность? Кто может инициировать дело о привлечении к субсидиарной ответственности? Это зависит от того, на какой стадии находится дело о банкротстве. Вот, там очень много специальных терминов, на них не буду останавливаться. Вот, но в общем и целом налоговая, конкурсные кредиторы, то есть лица, обладающие статусом кредитора в деле о банкротстве, чтобы получить этот статус, в зависимости от того, кто желает этот статус получить, нужно либо просудиться, долг просудить, либо просто прийти в банкротство и заявить требования для некоторых субъектов. Ну, арбитражный управляющий и любые лица, пострадавшие от должника, в том числе и бывшие работники. Поэтому вот еще один риск. Если есть недружественные, да, кадры, вот, они могут тоже заявить о привлечении к субсидиарной ответственности. Вот. Нет, я об этом буду говорить. Да. Даже есть специальная схема, я о ней поговорю, как бы возбуждение дела о банкротстве, потом искусственного его прекращения и заявление о субсидиарной ответственности. Такие схемы известны, мы с ними тоже сталкивались. При этом очень важный вывод сделал Верховный суд, сказав, что
нельзя использовать институт субсидиарной ответственности как средство разрешения корпоративных конфликтов. То есть, если такое заявление будет подано в суд, то это тоже можно доказывать, что заявители используют этот институт для того, чтобы решить свои неразрешенные корпоративные конфликты. Да, конечно. Кто может быть привлечен к субсидиарной ответственности? Очень широкий спектр, я сказал, практически все. Вот. Есть уже практика. Раньше считалось, что только руководители, да, действующие или бывшие. Вот. Но теперь круг очень сильно расширился с развитием судебной практики, правоприменительной практики. И очень много решений суды принимают, где привлекаются номинальные, фиктивные руководители, теневые руководители, скрывающие свой статус, бенефициар и выгодоприобретатель по сделкам. Даже контрагент по сделке может быть привлечен к субсидиарной ответственности. Что касается фактического руководителя, здесь все более или менее ясно, в каких случаях, значит, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности. Когда своими... А? Директор, генеральный директор, ну, текущий. Я имею в виду... Мы о них поговорим, начнем с самого очевидного. Вот. То есть лицо, которое осуществляет руководство компании, да, первая подпись в силу занимаемой должности, он номер один под ударом. Вот. И многие, кто занимает должности в крупных компаниях, потом увольняется, да, они потом разбираются вот, той субсидиарной ответственностью, потом с этой, и вот так вот у них там по кругу это все крутится. Вот. Но некоторые относятся к этому, ну, как вот сказать, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, но лучше не рисковать, просто его пить, шампанское, и сделать все для того, чтобы риск снизить как можно больше. Ну, да. Ну, золотой парашют может и не помочь, потому что если компания большая, там вот, как я говорил, средний чек 93 миллиона, вот какой золотой парашют, если это средний, что у нас было дело привлечения к субсидиарной ответственности на 1 миллиард рублей. Вот. Ну, я о нем чуть попозже поговорю. Сделки по общему правилу, вообще срок исковой давности в деле о банкротстве, он неоднократно пересматривался, там очень сложный состав доказывания и много нужно об этом говорить, но в общем и целом составляет 3 года, 3 года перед банкротством, когда лицо признается банкротом. Совет для директоров и для руководителей, совет номер один. Если акционеры, учредитель просят вас совершить сделку, которая вызывает какое-то подозрение или странная какая-то сделка, вот, незамедлительно поставьте акционеров в известность письменно, да, желательно и почтой отправить, заказным, с уведомлением, с описью вложений. Вот. Ну и по электронной почте, естественно, продублировать и сообщить, что эта сделка как-то выходит за круг обычных сделок, совершаемых компанией, и спросить, что делать. Но не только спросить, но и попросить собственников бизнеса, акционеров принять решение, да, общего собрания там, вот, или решение учредителя о совершении этой сделки. В любом случае у вас должна быть бумага, вот, в происхождении которой вы не сомневаетесь, о том, что эта сделка одобрена учредителем, одобрена собственником. Потом, извините, или по ходу можно задавать? Я думаю, как лучше. Походу, давайте походу. Да, смотрите, это такая ситуация, которая бывает у членов совета директоров, особенно те, которые действуют в Росимуществе. Есть директива Росимущества, проголосовать какое-то решение по крупной сделке, допустим. Угу. Он голосует в соответствии с директивой. Микрофон, потом, если можно.
Директива устная, да, как я понимаю? Нет. Директива обычно просто имущество рассылает. Вот. Есть директива проголосовать по такому-то пункту повестки, вот так. Член совета директоров, как профессиональный поверенный, голосует. А потом ему прилетает субсидиарка, потому что он может написать особое мнение, конечно, какое-то. Но проголосовал он все равно за. Вот здесь он, получается, на растяжке какой находится. Я здесь вижу аргументы защиты, да, в пользу освобождения от субсидиарной ответственности. Вот. Но если особое мнение выразить, это будет дополнительным аргументом. Вот. Потому что при заявлении привлечении к субсидиарной ответственности принимается во внимание практически все, любая мелочь. И чем больше, если вы чувствуете, что эта сделка может привести к тому, что компания становится неплатежеспособной, да, не может расплатиться по долгам перед своими кредиторами, то лучше принять все возможные меры, что это уже ваша личная будет ответственность. Это уже, наверное, на второй план выйдет какая-то лояльность и так далее. Если ты проповерен, ты не имеешь права проголосовать против. Но здесь же вопрос не про голосование, здесь вопрос то, что ты должен громко, четко и желательно под расписку со всеми бумажками. Можно, например... Конечно, можно написать в ответ на эту директиву в Росимущество, сказать, что эта сделка странная, считаю, что голосовать за нее и совершать ее не следует. Вот. Другой вопрос – это последствия, но надо думать о последствиях своих, наверное, да, которые субсидиарная ответственность. Генеральному директору, даже если ты оповестил собственников и они тебе подтвердили, в итоге подпись поставил, все равно виноват, какая разница? Не совсем так. В чем разница? Разница в том, что если лицо, которого пытаются привлечь к субсидиарной ответственности, предпринял все возможные разумные меры для того, чтобы эту сделку не совершать, то он может быть освобожден от субсидиарной ответственности. Если он ничего не написал, ничего не сделал, никому не сообщил, а просто подписал, ну тогда 100%, да? Но и то там можно, конечно, спорить. Вот. Нужно собирать доказательства того, что именно выступал против этой сделки. Это очень важно, набирать вот эту критическую массу. То есть основание, как типа под прямым давлением собственник вынужден был подписать решение совета директоров. Есть решение совета директоров или решение общества собрания, решение учредителя, да, что и показать, что вы пытались эту сделку не совершать. Вот. Там какой может быть вариант? Либо не совершать ее, увольняться совсем, либо подложиться вот этими всеми бумагами. Вот. Я знаю таких директоров, которые даже перестраховываются, и любые сделки, даже те, которые не требуют решения совета директоров, но если они чувствуют, что сделка какая-то странная, подозрительная, они ее не подписывают, документы, пока не получат одобрение совета директоров. Там, конечно, все удивляются, совете директоров, но делать нечего. Если они хотят ее совершить, соответственно они ее совершают. Вот. Что касается бывших руководителей, общий срок 3 года до банкротства. Это лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности. И, как правило, в суде, когда подается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, кредитор или управляющий подает сразу несколько заявлений. Если в этот 3-летний период было несколько директоров по срокам, подает сразу против всех, кто был в этот период. И они все вынуждены защищаться. При этом... Да? Да, до даты объявления банкротом. Да. Нет, я потом поясню, что есть объективная сторона срока, есть субъективная сторона срока, у них немножко разные там. Вот. Что касается номинальных директоров, да, такое бывает, когда лицо фактически не руководит компанией, а просто является номинальным, он ничем не руководит. А руководит кто-то другой. Вот.
значит, все равно в законодательстве действует презумпция контроля. Если ты директор, значит, ты должен контролировать. Вот. Но законодатель в законе о банкротстве закрепил даже такую норму, что номинальный руководитель может уменьшить размер своей ответственности субсидиарной. И даже в некоторых случаях есть такие судебные решения, когда он полностью освобождается от ответственности. Если он, как говорится, идет на сотрудничество со следствием, да? Вот. Раскрывает конечного бенефициара, помогает разоблачить реальных контролирующих лиц или обнаружить скрытое имущество. Вот. Если номинальный директор это делает, у него есть шанс уменьшить, а в некоторых случаях даже избежать. Вот. Ну, как правило, их тоже привлекают. Что касается конечных бенефициаров, в том числе тех бенефициаров, которые скрывают свой статус, вот, они несут субсидиарную ответственность наравне с руководителями и с действующими исполнительными органами должника. Вот, так что у них там все тоже очень серьезно. Вот. На что смотрят суды, когда принимают решение о наличии подконтрольности? То есть, когда одно лицо подконтрольно другому. Например, есть такой объективный фактор, когда действия двух юридических лиц синхронны, да? И к тому нет объективных экономических причин. Вот. Если эти действия противоречат экономическим интересам компании, ну, то есть это вот как раз тот случай, когда странная сделка. Почему она за эту цену, когда на рынке-то он совсем другие цены, да? Вот. И если такой еще критерий, если данные действия никогда бы не имели места, если бы не вот это обстоятельство наличия подчиненности одного другому. Это все тоже анализируется. Вот. Важно, что при заявлении о субсидиарной ответственности у кредитора или у другого лица, которое такое заявление делает, очень низкое бремя доказывания, то есть ему сильно-то и доказывать ничего не нужно. Он может только сказать, да, и какие-то примерные доказательства привести или предположительные, что лицо, против которого заявлена субсидиарная ответственность, привело к банкротству. И в этот момент бремя доказывания смещается на лицо, против которого сделано заявление. И там уже нужно очень серьезное бремя доказывания. То есть это как бы презумпция виновности. Да? Если у нас в уголовном праве есть презумпция невиновности, в гражданском праве, а уж тем более в законодательстве о банкротстве в части субсидиарной ответственности, презумпция виновности. И поэтому лицу, которого хотят привлечь, нужно отвечать на каждый довод, приводить аргументы и доказательства по каждому доводу. Если что-то упустил, промолчал, ну, значит, практически согласился. Вот. Есть такая еще схема, да, когда есть две компании, они могут даже иметь практически одинаковое наименование, но одна является центром убытков, а другая – центром доходов. То есть на одну записываются долги, на другую – доходы. Вот это тоже может быть вскрыто, и лица, которые контролируют эти компании, и одно лицо, и другое, могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд принимает к своему вниманию даже там личные отношения между лицами, контролирующими разные компании. Например, там одноклассники вместе учились, проходили вместе военную службу, вот, вместе работали, и так далее, и так далее. То есть это все принимается во внимание, масса там тысячу факторов, и все это может повлиять на привлечение к субсидиарной ответственности. Участники или акционеры компании, да,
те, кто мог распоряжаться более чем 50%, владеет больше, чем 50% уставного капитала, то назначал руководителя компании. Но даже несмотря вот на эти критерии, да, есть заблуждения основные по поводу субсидиарной ответственности, которые нужно развеять. Заблуждение номер один. Я не директор, поэтому меня к ответственности не привлекут. Неправильно, привлекут. Моя доля в бизнесе мала, меньше 50%. Да? Поэтому ответственность невелика. Это тоже заблуждение. Реальная, очень важно, реальная доля владения не имеет значения. И ВАО. Да, конечно, да. Либо уставный капитал, либо акции. Да. Вот. Кредиторы имеют право требовать и заявить о субсидиарной ответственности любого лица, даже если это миноритарный акционер, которая так или иначе связана с компанией. Поскольку и миноритарный акционер может быть скрытым бенефициаром, да? Вот. При этом могут опросить и свидетельские показания получить у топ-менеджеров, у менеджеров, посмотреть электронную переписку других сотрудников компании, банковские проводки, операции посмотреть по счетам, проанализировать, какие родственные отношения есть у лиц. Заблуждение номер три. Сменю директора, продам компанию в офшор, меня ответственность не настигнет. Тоже заблуждение. Настигнет, если есть основания. За тот период, когда лицо владело компанией, как минимум в течение 3 лет. Следующее заблуждение. Прежде всего, пусть докажут мою вину. Я уже об этом сказал. Нет, придется доказывать свою невиновность. Причем по полной программе. Вот. Субсидиарная ответственность наступает, если на средства, на деньги компании приобреталось частное владение имущества. Недвижимость, газеты, пароходы и так далее. Транспорт, другие ценности. Вот. Если за время руководства компании у родственников руководителя или других лиц появились крупные суммы на счетах. Вот. Такие либо куплено дорогое имущество на себя или на родственников. Такие сделки могут быть поспорены, как я уже говорил. И у детей могут забрать, и у супругов, и даже у других родственников, если это будет доказано. Если у родственников есть свой бизнес, проанализируют сделки, взаимосвязанные и так далее. Вот. Кроме того, что лицо своими действиями могло повлечь банкротство, могут привлечь из-за бездействия. Это, конечно, немножко труднее доказывать, но, тем не менее, есть такие судебные дела. Например, вот арбитражный суд Дальневосточного округа принял решение и указал, что бездействие привело к тому, что общество работало нерационально, не могло рассчитаться с кредиторами и в итоге обанкротилось. Ответчик не доказал, что старался не допустить убыточности компании. То есть вот не доказал, что он не бездействовал. Далее суд указывает. Данные лица бездействовали и не принимали решений по погашению долгов. В частности, не назначили эффективного руководителя. Это тоже интересный момент, да? То есть есть руководитель у компании, да, а собственник ничего не предпринимает для того, чтобы, если этот руководитель неэффективен, а это сам собственник должен определить, да, заменить его на эффективного руководителя. Не заменил, тоже вот есть такое судебное решение. Значит, может быть заявлено о субсидиарной ответственности и членов совета директоров. Вот. В общем и целом, конечно, ответственность грозит инициатору сделки и выгодоприобретателю. Другие члены совета директоров, если они докажут, что
значит, они не повлияли на это решение, не получили от этого выгоду, есть большой шанс освободиться от субсидиарной ответственности. Ну, можно здесь вопрос? Да, конечно. Вот про членов Совета директоров. То есть, если было голосование, все проголосовали за какую-то сделку, которая потом, угу, ну, была признана то, что она не нанесла непоправимый вред предприятию. Угу. То есть я же правильно понимаю, под что ударом. Они все идут под ударом, да. Да, то есть все под ударом. И там доказывать очень сложно, что ты ни при чем. Очень сложно, да. Опять же, вот эти косвенные факторы, да, если написал кому-то или там... Не, ну, если ты проголосовал за, значит, ты как бы выразил свое мнение, да ведь? Ну да. Угу. За отсутствием иных доказательств это косвенно показывает, что решение, которое принято, тоже на него повлиял и, соответственно, должен нести ответственность. Вот был вопрос по поводу того, а кто еще, да? Да, кто еще? Главный бухгалтер, финансовый директор, ну, реальный собственник бизнеса, понятно. Даже руководитель юридической службы и юридический консультант. Есть судебные дела, где к субсидиарной ответственности пытались привлечь крупную международную юридическую фирму, консультанта. Вот. Есть это все в кадарбитре, поэтому можно назвать. Брайан Кейв Лейтон Пейзнер, известная такая. Ну да, большая. Там можно слушать. Конечно, да, конечно. Вот. И дело рассматривалось полтора года. Вот. Компания крупная юридическая, которая консультировала, естественно, все силы на то, чтобы сохранить свою репутацию, направила. Лучшие юристы там работали, доказывая, что они не должны нести субсидиарную ответственность. Вот. В итоге дело закончилось мировым соглашением. Видать, заплатили какую-то часть денег, да? Вот. Для того, чтобы все-таки вот этого не произошло. Вот. Если главный бухгалтер, финансовый директор способствовали тому, что компания стала банкротом, они тоже будут нести ответственность. Среди судебных решений, значит, по поводу главного бухгалтера, финансового директора, есть разные решения. Значит, если допускал ошибки бухгалтер в отчетности, либо потерял, скрыл финансовые документы какие-то, да, вот. При этом, если компания потеряла какие-то бухгалтерские документы, да, она не сможет предоставить эти документы конкурсному управляющему, что является самостоятельным основанием для привлечения к ответственности. Поэтому, если потеряны какие-то документы, необходимо принимать все меры и фиксировать эти меры к тому, чтобы эту документацию восстановить. Если вы эти меры предпринимали, у вас это есть доказательства, вы можете потом дополнительно защищаться. Дело есть такое, было в Верховном суде. Главный бухгалтер вместе с бывшим генеральным директором включали в налоговые бухгалтерские регистры заведомо недостоверную информацию. Вот. Бухгалтерская документация искажена и частично отсутствует. Привлекли и того, и другого к субсидиарной ответственности. Ну, помимо консультантов, могут и юридическую службу компании тоже привлечь. Что касается наследников, я частично об этом говорил, но риск велик, если они незаконно получили имущество и получили от этого выгоду. То есть то имущество, которое должно было быть направлено на удовлетворение требований кредиторов, на самом деле перешло к наследникам, и их тоже привлекли к субсидиарной ответственности. Вот интересное дело, контрагент, как контролирующее должника лицо, было привлечено к субсидиарной ответственности, то есть другая компания. Вот. Поскольку они получили выгоду
И фактически средства были сохранены внутри группы компаний. Вот. Это я говорил про центр убытков и центр прибыли, когда другое юридическое лицо получило выгоду, а другое обанкротилось. За что могут привлечь директора? Ну, что такое банкротство в двух словах? Когда нельзя заплатить свои долги. Компания не может заплатить свои долги полностью, значит, она есть признаки банкротства. Вот. Ну, если имущество компании утрачено и не подано вовремя заявление о банкротстве компании. Вот этот третий пункт, он очень важен. Если компания отвечает признакам банкротства, директор, руководитель, да, должен подать самостоятельно заявление о том, что о признании компании банкротом. Если он это не делает при наличии таких основных факторов, то практически 100% привлечение к субсидиарной ответственности. Для этого необходимо проводить постоянно финансовый аудит. Да? Вот. Для этого необходимо обязательно принимать меры к взысканию задолженности своей, да, дебиторской. Вот. Если вам кто-то должен, необходимо принимать меры, участвовать в переговорах, фиксировать, протоколировать эти договоры, переговоры, подавать иски, если уже безнадежно. Это все тоже очень здорово влияет положительную сторону, в положительном смысле, при решении судом вопроса, а должен ли был руководитель подать самостоятельно о банкротстве. Вот. Если сам не подал или не своевременно даже подал, вот, опоздал, а подать нужно в течение месяца с момента, когда узнал или должен был узнать. Соответственно. Учитывается, только надо объективно доказать это. Рассчитывал на каком основании? Почему? Проведены переговоры, вот протокол, все подписали, что вернет тогда-то, пожалуйста. А если просто сказать это, то ну, не сработает. Просто там, вот, насколько я понимаю, да, признаки банкротства в этом законе, они какие-то прям смешные. То есть там условно долг там 300 тысяч рублей, да? А? Нет. Нет, это уже что-то большое? Здесь... Это старое? Здесь не совсем так, да, есть, значит... Ну хорошо, пусть ну, 400, 500, в общем, миллион, в общем и целом, ну то есть это же не та сумма. Компания не может заплатить по своим долгам. Вот это очень размыто, да? Да. Да, 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 не может полностью оплатить. Но тем не менее, масса факторов, и в каждом конкретном деле рассматривается очень много обстоятельств, да, и подлежит доказыванию. Нет, каждое конкретное дело понятно, я как бы с позиции несчастного генерального директора. Да? Ну, он в любом случае, да, в общем, под ударом 100%. То есть здесь как бы нормальный процесс, который отслеживает задолженность, да, как бы нормальное понимание того, что ведутся переговоры, там, не да. знаю, эти... Например, он еще вот должен оспаривать, если он считает, что мне требования кредиторов не обоснованы, нужно оспаривать. То есть там вот одна из грубых ошибок, очень серьезных, да, это неучастие или пассивное участие в судебных разбирательствах, которые ведутся в отношении компании. Очень часто такое бывает, что значит, есть веер уже, ворох этих судебных решений, и выясняется, что, оказывается, компания там не участвовала или не ходила, там представители не ходили, или спустя рукава. Соответственно, судебное решение появляется сразу и подается на банкротство. Вот. Поэтому тут нужно очень-очень серьезно к этому подходить. Субсидиарная ответственность вне банкротства. Вот как раз. Основания для привлечения. Компания исключена из единого реестра юридических лиц государственного. Вот. Это понятно вполне всем, да?
Вот важный момент. Прекращена процедура банкротства компании в связи с отсутствием источника финансирования. Теперь расскажу про схему, которой занимаются очень многие недобросовестные кредиторы. Прям есть вот название компаний, которые можно проследить по кадр-арбитру. У них таких дел много. Да? Извините, Дроздов, при выбывших, если вот вопросы к микрофону вот этот вот, берете микрофончик, у него задаете, мы пишем это все. Да, я могу эту презентацию. Микрофончик говорите. Мы пришлем презентацию. Да, пришлем презентацию. И запись будет потом это по всем, кто зарегистрирован. У меня обычный командный голос, меня все слышит, даже вот на таком расстоянии микрофон. Нет, я слышу. Голос хороший, но надежнее микрофон. Ладно. Итак, схема следующая. Компания, например, это могут быть разные правоотношения, любой договор. Например, договор строительного подряда. Подрядчик выполняет работу, а заказчик намеренно ее не принимает. Не принимает работу, не подписывает акты. Затем необоснованно просит вернуть аванс. Аванс, естественно, не возвращается, потому что подрядчик считает, что работы выполнены. Компания, это заказчик идет в суд, просуживает этот аванс. Вот. В данном случае, про который я рассказываю, компания, подрядчик как раз не обратила внимания должного на это судебное разбирательство. Они его проиграли, но даже в него не ходили. Против них судебное решение. Значит, эта компания... Заказчик уступает свой долг другой компании, та другой, то есть уже там совершенно другие участники, никакого заказчика там нет, и идут в банкротство. Начинают процедуру банкротства, и после этого оказывается, что финансировать эту процедуру никто не собирается, то есть денег нет. Процедура банкротства прекращается. Вот. После прекращения процедуры банкротства они идут с заявлением о субсидиарной ответственности только уже вне законодательства о банкротстве. А это очень и очень упрощает им задачу, поскольку в банкротной процедуре есть определенные механизмы, бремя доказывания и так далее, и так далее. А если использовать эту схему, отсутствие финансирования и потом субсидиарка вне банкротства, то получается все достаточно проще для недобросовестных контрагентов. Вот. И... Да. Давайте. А почему вы говорите, что эта схема используется только недобросовестными кредиторами? Если фактически кредитор входит в процедуру банкротства должника, а он не хочет финансировать эту процедуру, но ведь и прекращается процедура в связи с отсутствием финансирования, ведь это означает, что у должника нет ничего, за счет чего можно эту процедуру финансировать. Просто я бы не сказала, что этот механизм, он работает только как злоупотребление со стороны кредитора. Потому что я, например, своим клиентам очень часто рекомендую эту схему, и впервые слышала, что это оказывается злоупотребление правом. Просто это логично. Если должник входит в процедуру банкротства и у него нет ничего, и мы как кредиторы прекрасно понимаем, что он пустой, зачем нам тратить год-полтора на эту процедуру, если мы можем сразу прекратить процедуру в связи с отсутствием денежных средств и имущественного финансирования и пойти субсидиаркой. То есть на самом-то деле это такая палка о двух концах. Здесь не только злоупотребление кредитора, это и должник пустой. Вы сейчас забыли про мои первые, что они сделали сначала, да? Они не принимали выполненные... Да, я с этого и начал. Я говорил о конкретном кейсе и компания, которая этим занимается, вот, она там более 10 аналогичных дел. Вот, я говорю именно о том, что они искусственно создали долг. На самом деле долга не было, работы были выполнены. Вот в этом проявляется недобросовестность. Понимаете? И они понимали, что, во-первых, создали искусственно долг и понимали, что на компании ничего нет. Их цель была изначально, даже когда они заключали договор строительного подряда, их цель была
лично с физического лица, поскольку они там пробили, да, взять там деньги, дом, там дачу и так далее, и так далее. Ну, и вот я с вами согласен. Я вот сейчас говорю конкретно об этом случае. Вот. Но помнить о том, что субсидиарная ответственность вне рамок банкротства, это очень опасно для лиц привлекаемых. Об этом следует помнить. Субсидиарная ответственность учредителя акционера. Здесь, если учредитель находится в зоне риска, если действовал или бездействовал, и это способствовало доведению до банкротства. Ну, например, какие тут основания могут быть? Одобрил сделку, не участвовал в процессе управления. Я знаю многих собственников бизнеса, которые, так сказать, решили отойти от дел, да, ну, уже пора, там, надоело заниматься операционкой и так далее. Вот назначили директора, а директор, достаточно успешный бизнес, в общем, похоронил, да. В том числе и потому, что акционер или собственник перестал участвовать в жизни компании, вот. Еще одно основание – не созвал собрание по вопросу банкротства компании. Вот это такие основания. Но об этом мы частично уже говорили. Ну, теперь снижение рисков. Как можно снизить риски субсидиарной ответственности? Полностью исключить нельзя, да? Потому что нельзя контролировать тех лиц, которые хотят вас привлечь. Они так или иначе заявление подадут. Но именно риск вашего привлечения судом к субсидиарной ответственности снизить можно. Для этого нужно очень активно и кропотливо работать. Ну, во-первых, тщательно проверять контрагентов, да, это, так сказать, без комментариев. Заключать сделки строго в соответствии с законом, уставом. Если она требует одобрения, необходимо такое одобрение получать. И даже можно перестраховываться, как я говорил, получать такое одобрение, если вы чувствуете, что сделка странная, и это будет вашей дополнительной защитой. Качественно составлять договоры и организовать надлежащий документооборот. Вот. Это, конечно, лишь немногие такие способы снижения риска. Вот, но очень важно не заключать заведомо невыгодных сделок, которые не соответствуют рыночным условиям. В идеале запрашивать правовой анализ сделки, потому что на первый взгляд, может быть, не видно, какие там есть подводные камни. А если вы почитаете отчет, то, может быть, даже и не захотите эту сделку совершать. Регулярно проводить финансовый аудит для того, чтобы понимать, что признаков банкротства и подачи самостоятельного заявления о банкротстве оснований нет. Выстраивать коммуникации с контрагентами, постоянно вести переговоры, постоянно пытаться урегулировать задолженность и, естественно, возражать против необоснованных требований. Очень важно отслеживать систему, да, арбитражных судов, она в общем доступе. Некоторые компании, я знаю даже директоров, которые не знают о существовании и не знают о том, что в отношении них ведется арбитражное разбирательство в суде. Многие узнают о том, что решение какое-то принято, когда они получают уже исполнительный лист или когда к ним приходит судебный пристав. Это, конечно, такая экзотическая очень ситуация, но, поверьте, такое бывает. Поэтому незамедлительно, когда вы увидели, если вы мониторите, увидели, надо активно включаться, активно противодействовать, активно строить свою защиту. А как генеральный директор может заставить совет директоров одобрить сделку, которая по уставу к их компетенции не относится, я не понимаю? Не подписывать, пока они не одобрят. Они скажут, это в твоей компетенции, не в нашей ответственности. Ну, вот, ну, не подписывает, и все, я знал таких директоров. Ну, не подписывает. Важная сделка, компании срочно надо подписать.
Скажет, пока не пришлете, не подпишу. Все. Действенный механизм. Могут, конечно, уволить, но если сделка срочная... Не, я понимаю, что шантаж. А можно к обсуждению предложения, чтобы этот служитель порекомендовать нужно генеральному директору? Конечно, конечно. Генеральный директор, который получает хорошую зарплату, держится за свое место, вряд ли, да, поставит такое условие, что я подписывать не буду, пока вы не одобрите. Мы, например, в свое время, когда вот эту тему разрабатывали, предлагали, и я тоже считаю, что это действенный способ, пишется должностная записка, либо там служебная записка на имя участников совета директоров, что есть в компании, где директор пишет, что да, я такой-то, такой-то, мне поручили подписать такую сделку, я ее обязан подписать в силу своих должностных полномочий, но я предупреждаю, и по практике есть подобные служебные записки, что то есть директор высказывает свое мнение, что он возражает, он не согласен со структурой этой сделки, что он обращался к учредителю, участнику совета директоров по одобрению, но поскольку по уставу эта сделка подлежит одобрению, совет директоров, там другой полномочный орган отказал. И вот подобные служебные записки, как угодно можно назвать, они на деле большим плюсом. Нет, нам вот уже это раньше коллега рассказывал, да, Паш, но вопрос другой. Я наоборот со стороны совета директоров. Каким образом гендиректор тогда вот, если, ну, если избегать шантажа там, со стороны гендира, да, каким образом члены совета директоров могут этого гендира отправить исполнять свои обязанности прямые непосредственно закрепленные уставом? С другой стороны, если он не хочет подписывать, значит исполняет свои обязанности и не подписывает. Ну, это угроза увольнения. Только на самом деле это не исполнение должностных обязанностей. Потом вы говорите, что... Да, вы говорите, что гендира кто-то заставляет. По идее, гендира нельзя заставить, если он против такой сделки. Правильно? Правильно. Он отвечает за свою подпись. Правильно. Но и хочешь, не подписывать. Гендир должен увольнять. Написать заявление и уволиться. Ну, по большому счету. Да? А я говорю о случае, когда мало какой генеральный директор вот так вот напишет заявление об увольнении и уйдет. Он будет сидеть и думать, а как я могу себя подстраховать на будущее? И я вот такой вот вариант подстраховки и предлагаю к обсуждению. Мне кажется, это неплохой способ, чем просто отворачиваться и уходить. Но тогда ему вообще не нужно устраиваться на должность генерального директора, потому что это потенциальная субсидиарка всегда, с первого дня работы. Если он всего боится и не ищет механизмов решения своей защиты, то тогда вообще не надо идти даже на пробы, а не на гендиректора. Там смысл тогда нет. Ну вот я как раз и говорю, я просто на ситуацию смотрю с другой стороны, со стороны совета директоров. Им же тоже важно, чтобы компания в какой-то момент не остановилась. Да, по страху увольнения. Ну да, мы как раз говорили о том, что я с вами совершенно согласен, что чем больше будет документов, подтверждающих, что руководитель предупреждал, да, и свое мнение сообщал, тем легче ему будет в суде защищаться, если такое заявление появится. Мы здесь уже многие вопросы обсудили. Хотел остановиться вот на плане антикризисного управления. Да. Не нужно думать, что если вы подготовили план антикризисного управления, так его назвали этот документ, и он у вас есть, что это вас освободит. Нужно представлять доказательства того, что вы этот план пытались реализовать. Да? Первое, второе, третье, делали то, делали это. Если у вас просто есть такой документ, это в суде не сыграет, и даже есть соответствующая практика. Если заявление о субсидиарной ответственности уже подано в суд, что нужно делать? Во-первых, обязательно активно включаться в судебное дело. Нельзя думать, что вас пронесет там, или вам повезет. Нет, не повезет. Потому что как раз вы должны, как я уже говорил, опровергать презумпцию виновности. Вы должны будете доказать, что вы невиновны. И вот все эти документы, которые вы собрали, там, служебные записки там, и так далее, там, решение совета директоров, общего собрания, все это необходимо нести в дело. Вот. Вот было такое дело, номер его там есть. Мы как раз представляли лицо, которое хотели привлечь к субсидиарной ответственности, на 1 миллиард рублей физическое лицо. Вот. Нам удалось отстоять его позицию.
доказать, что оснований нет. Вот. Разработали стратегию защиты и доказали добросовестность его и разумное поведение бывшего руководителя. Там была цепь сделок, ряд сделок, и, в общем-то, свою позицию нам удалось отстоять. А риск ответственности был на 26 миллиардов рублей. То есть требование такое было. Что необходимо доказывать? Ну, в принципе, как и в гражданском праве, да, отсутствие причинно-следственной связи между действиями и наступлением неблагоприятных последствий в виде банкротства. Добросовестности принимал все меры. Вот в том деле, про которое я рассказал, мы представили доказательства, что руководитель созванивался с кредиторами, ездил к ним на переговоры, командировочные, там, командировки, обязательно протоколировал результаты переговоров. Просто сказать, что я ездил на переговоры, чтобы решить вопрос по задолженности кредиторской, этого недостаточно. Нужен протокол. Вот. Как узнать, что собирались этот долг заплатить? Да? Вот протокол, например, со сроками. Вот. Или мировое соглашение какое-то. Или дополнительное соглашение к договору, отодвигающие сроки платежа. Все будет иметь значение. Кроме того, очень важна экономическая цель сделок, да? Доказывать, что директор, заключая эту сделку, преследовал экономическую цель, выгоду для компании, интересы компании. Это тоже очень важно. Если речь идет о целевом использовании средств, необходимо доказывать, что деньги использовались именно на эти цели. Вот. Проверки контрагентов, отсутствие долгов по заработной плате и налоговой задолженности. Ну, долги по заработной плате – это еще и уголовная, да, ответственность, вот, 199. Так что там вообще шутить с этим не стоит. Поскольку я являюсь адвокатом, я защищал интересы в уголовном судопроизводстве как раз вот по неуплате налогов. Вот. На этом я завершаю. Говорить можно очень много о банкротстве, о субсидиарной ответственности, но надеюсь, что-то интересное. Не надеюсь, я уверен, сегодня вы услышали. И если у вас еще есть вопросы, я готов на них ответить. Вопрос один. А при каких условиях арестовывают директора? Арестовывают? Ну, уголовная ответственность. Если уголовное дело заведено, арест – это мера, принимаемая в уголовном судопроизводство. Да. Ну, то есть по субсидиарной ответственности могут арестовать, но не директора, а его дачу. И жену. В случае не буду называть компанию, да, вот пришли в офис, собрали директора. Содержали. Это, наверное, же не субсидиарная. Нет. Мера пресечения в виде ареста, да, назначается судом. Значит, если уголовное дело возбуждено, то в рамках этого уголовного дела могут применяться меры пресечения в виде ареста и так далее, домашнего ареста, подписки о невыезде и так далее. Позвольте, если можно, да, комментарий, пояснение. У вас прекрасная презентация, была часто проверка контрагента. Проверка. Угу. Ваше мнение, на ваш взгляд, то есть можно несколько слов по поводу той фразы, да? Хорошо. Как вам это видится, так сказать? Ну, во-первых... Ссылы и харибли, да, чтобы, так сказать, и не попасть, так сказать, там незаконная оперативная, ну, да, деятельность, грубо говоря, ну, да? Нет, самое... И добыть информацию необходимую, чтобы избежать всего, чего, о чем вы... Самое первое, заходите на сайт арбитражных судов, kadarbiter.ru, набираете наименование, лучше ИНН этого контрагента, да? Если у вас вот такая вот простыня высвечивается судебных дел, начинаете внимательно читать. Вот. Если там прослеживается какая-то закономерность в поведении, да, стоит задуматься. Вот. Кроме того, там будут и вопросы по уплате налогов, да? Вот. По поведению там, директоров, да, руководителей исполнительных органов. Вот. Ну, кроме этого, естественно, проверить
а какое у компании есть имущество, да? Когда она создана, ну, выписку там посмотреть, какое у нее есть имущество. Вот. Если, потому что если у компании имущества нет, можно судиться сколько угодно, и потом с этим судебным решением сделать ничего нельзя, потому что ну, просто ну, его нельзя исполнить. Тогда вот можно уже там субсидиарную ответственность привлекать. И то, да, если опять же и у контролирующих должника лиц что-то есть. Да. Но это тоже проверяется, но все это можно проверить. Видимо, по исполнительным производствам посмотреть. Да. По исполнительным производствам, да. Ну и вообще, сам правовой анализ сделки, да, если, допустим, это пример, да, если это договор купли-продажи недвижимости, земельного участка, например, да, или другого объекта недвижимости, посмотреть историю этого объекта недвижимости, вот, что с ним произошло. Возможно, его вообще покупать нельзя, да? Ну да, то есть простой пример, да? Земельный участок, хороший, там, где-то в престижном районе. Вы его покупаете, правовой анализ не провели, оказывается, там красные линии и газ проложен, да? Строить нельзя, или можно строить на 5% этого участка. Вы купили, дом построить нельзя. Или там какой-нибудь публичный сервитут, или частный сервитут, там, начиная там, от прокладки кабеля или высоковольтной линии передач, и заканчивая правилом прогона скота, да, который будет вам там все портить, экзотический пример. Вот. То есть имущество проверить, саму компанию проверить, проверить судебные дела, проверить, значит, лиц, которые там являются директорами и так далее. Как лиц проверить, как физиков посмотреть? Ну, да. Спарк очень удобно смотреть. Численность. Спарки, да. Ну, да. Ну, я так просто вот, как в плане постановки. Понятно. Ну, да. Свои любимые источники информации. Ну, мне кажется, что, знаете, здесь еще вопрос не про любимые источники информации, да, а все-таки если мы пойдем к какому-то системному управлению, да, потому что, помните, мы же говорили о том, что случаи бывают в жизни разные. Но если мы все-таки про системное управление, то вот эта там проверка контрагентов, да, проверка там еще кого-то, то есть на самом деле вот эти красные флаги, которые люди делают, да, и набирают, да, там 10 пунктов, 11 пунктов, проверьте, просто посмотрите, да, мы как, ну, я не знаю, я как топ-менеджер, да, как финансист, которая была, или как бы как генеральный директор, ты, в принципе, управляешь этой конторой, да, большой или маленькой. И кажется, какие-то вещи очень примитивные. Да? Ну что там проверка, где я и где проверка контрагентов? Ну, наверное, вот эти вещи – это первое, что нужно проверить. Да? Какой-то чек-лист элементарный, и он всегда начинается с контрагентов. Проверьте, посмотрите, сколько у вас этих там, 10 пунктов, 15 пунктов. Обычно человек, который подготовлен к субсидиарной ответственности, он находит несколько дополнительных вещей, которые хочет туда добавить. Вот правда, по опыту, вот у меня 9 из 10 генеральных директоров как бы всегда добавляют что-то после этого в свои вот эти вот чек-листы. Ну, я согласен, что вот после проверки контрагентов и имущества вам могут дать такой отчет, что вы забудете об этой сделке и будете просто побежите от нее. Хотя она вроде выгодная и вроде ее надо бы совершить. В чем разумный вот. Риск? Риск. В чем риск? Нет, риск в том, что эта сделка... Идеально не бывает, на солнце пятна бывают. Ну да, но у вас должен быть как бы, порог принятия решения, да, есть такое понятие, как... Это можно при желании на каждого. Да, дилбрейкер, да, то есть такие пункты, которые ну, просто говорят вам о том, что делать не надо, это не надо делать. Ну, на самом деле вопрос риторический, да, мы все понимаем, что это философский или риторический... да, факторы, то есть ну, принятие решения. В принципе, в большом счете, как все рассказано, так или иначе. Ну, не, извините, не все. Нет. Но все-таки как бы, да? Возвращается, да.
Да, но все-таки как бы вернусь к вашему вопросу, да. То есть на самом деле я что, как бы, вот из своей практики я вижу следующую вещь. Первое, опять же, если мы посмотрим на иностранные большие системные компании, они для этого что сделали? У них всегда вот то, что Владимир назвал дилбрейкером, да, у них всегда есть золотые правила, там серебряные правила и бронзовые. И те, кто их там не нарушает или нарушает, соответственно, как бы причина эскалации, да, если ты очень хочешь, но нарушаешь правила там, бронзовые, да, то есть у тебя одна эскалация. Если ты там, причем это касается всех, и генерального директора локальной компании, да, и так далее. Это для чего сделано? Как раз для этого. Да, ну, не обязательно для субсидиарной ответственности, да, ну, потому что там есть репутационные риски и так далее. В наших компаниях, как бы российских, да, или СНГ, это вопрос риск аппетита собственника. Да, если все-таки в компании есть нормальное корпоративное управление, то мы все знаем, что чем занимается совет директоров? Часто утверждает риск-аппетит. Да, то есть его разрабатывает и утверждает. Поэтому просто очень часто к этим вопросам относятся достаточно формально. Вот я призываю, к чему я призываю, да, это к тому, что понятно, когда люди хотят обмануть что-то. Это, ну, нехорошо, и там как бы... Ну, часто же ты себя начинаешь защищать, да, и вот эта твоя защита, она на самом деле не только строится от того, что ты сам какие-то бумажечки собираешь, да, и что-то там пишешь, но также, что твоя компания работает системно. И вот один из вещей — это риск-аппетит, да, удостоверитесь, что у вас он есть, что вы как генеральный директор или как акционер изъявили вот это свое желание и высказали, да, какие сделки вы готовы принимать, а какие нет. Где этот дилбрейкер? То есть и для меня это системное управление. Ну, вот конкретные примеры. Вы покупаете большой земельный участок для определенных целей. Дилбрейкер. Оказывается, по закону этот участок использовать для этих целей нельзя. Это первое. Второе. Когда вы делаете due diligence компании, контрагента, да, это целый большой комплекс, да, изучения документов. Если этот контрагент добросовестный, вы составляете список документов, которые вы хотите от него получить. Например, дайте, пожалуйста, нам список вашего недвижимого имущества и документы, основания, на основании которых вы их приобрели. И смотрите. Если вам скажут, а у нас там имущества нет, а у нас там 10 тысяч рублей уставный капитал, да? Вот, ну, соответственно, вы принимаете решение. То есть вы получаете информацию непосредственно от компании, что у нее есть. Или следующий пункт, там, договоры. Представьте нам все договоры, которые у вас есть там за последний год, допустим, да? Вот, смотрите, какие там у них тоже риски и так далее. Конечно, все можно, любые вопросы можно задавать. Когда субсидиарка используется как шантаж, как фомка для вскрытия сейфа, да? Ну да. А приведите примеры. Ну, пример... Ну такой, чтобы понятный было для блондинок. Практически... Для меня. Практически в каждом сейчас банкротном деле есть заявление о субсидиарной ответственности. Вот само за себя говорит. То есть, я не связала, извини, пожалуйста. Можно еще? Ну да, но, допустим, есть дело о банкротстве. Да? У компании ничего нет. Да? Заявляют субсидиарную ответственность. Это, естественно, риск для директора или для акционера потерять свое личное имущество или имущество своих детей, там, супруги, если он успел перевести. Это основание для чего? Для того, чтобы договариваться. Но это же не шантаж, как бы, на самом деле это звучит логично, если компания в банкротном состоянии, значит, эти люди довели это до этого. Почему это шантаж? Нет, вот мне, пожалуйста, пример с шантажом. Ну, шантаж — это уже что-то из уголовного. Почему шантаж? Вот. Ничего личного, вот субсидиарная, вот миллиард, пожалуйста, иди сюда. Все, конечно. Можно прям казус? Ситуация общества ограниченной ответственности. Два учредителя. Один из них является генеральным директором. Он фактически управление осуществляет, второй не вмешивается в соучредитель. А затем этот директор, ну, соучредитель 10%, 50% каждого, на балансе стоит автозапрачный комплекс. Давно не работающий, потому что
как дороги на себя перестраивали, построили эту стену. Вот, и она потеряла свой экономический смысл, ее перестали сдавать в аренду. Соответственно, там начали накапливаться долги по налогу на землю и на имущество. Директор заболевает раком. Долго болеет, второй учредитель, понимая его состояние, как бы, ну, старается его минимально беспокоить. Тот такой: братан, все, сейчас я это самое там отболею, вылечусь, займусь. Вот. Проходит сеанс химиотерапии, второй, там, третий, умирает. А вопрос распадается на два. Первый вопрос. Когда начнут банкротить и привлекать к субсидиарной ответственности вот этого второго учредителя, ну, могут ли, во-первых, да? Я так из всего предыдущего прослушного понимаю, что могут, да? То есть с его стороны, получается, будет бездействие, да? Да. А есть ли у него какие-то варианты обосновать свою позицию? Это первое. И второе. До того, как привлекать его к субсидиарной ответственности, будет ли предпринята попытка реализовать имущество? Сори за дилетантский вопрос. Значит, к сожалению, подлежит он субсидиарной ответственности. Здесь и объективные совершенно основания. Бездействовал, вот, и ничего не сделал для того, чтобы избежать. То есть его бездействие привело к тому, что компания оказалась в состоянии банкротства. Вот. К сожалению, такие жизненные ситуации, да, там болезнь, смерть, они не влияют, да, на это. Это можно только эмоционально как-то это все высказывать в суде. Вот. Ну, смотри, на суде. Ну, вряд ли это станет основанием для освобождения или снижения. Вот. Кроме того, еще и наследники там могут пострадать, как я говорил. Что касается продажи имущества, то оно может быть продано в рамках процедуры банкротства. Такой вторая часть вопроса, она была, к субсидиарке начнут привлекать когда? После того, как будет предпринята попытка реализации имущества? Или его могут, могут в процедуре банкротства привлечь, могут и даже до, могут прекратить процедуру банкротства при отсутствии финансирования. Угу. Поэтому ответ на ваш вопрос, как до, так во время, так и после. Ужас какой. При наличии этого имущества, которое может погасить долги, тут разве какая субсидиарка? Ну нет, почему? Ваш вопрос понятен. Если имущества достаточно для того, чтобы закрыть долги перед кредиторами, то все. А если недостаточно, значит, будет отвечать либо что осталось, вот, либо спасется. Если хватило, да. Не хватило, пожалуйста. На 100 рублей привлекли, имущество продали на 90, 10 рублей. Своим личным имуществом, да, да. Даже больше, чем они получили. Если они получили выгоду, да, от этого. То есть у нас сейчас вот то, что называется общество с ограниченной ответственностью, принцип ограниченности ответственности, он вообще... Ну, как раз вот законодательство о банкротстве каким-то образом преодолевает вот эту квазинезависимость учредителей. Как все знают, уставы читали, да, что общество не несет ответственности по обязательствам своих учредителей. Вадим, вот тогда все-таки уточняющий вопрос. Вот если наследник, у него 100 рублей, да, ну, к примеру, он получил выгоду 10, он что будет, то есть 100 плюс 10, 110, он что будет отвечать по долгам всем своим 110 рублей? Нет, вот это имущество арестовать должны, которое он получил. О, то есть получил вот, выгоду. То есть вот именно в рамках вот этой выгоды получен. То есть, ну вот, то есть, а все остальное скажут, ну нажито непосильным трудом. Ну, если это нажито непосильным трудом, тоже раскрутят, и получится, что он получил выгоду от этих сделок, то он и... Нет, имеется в виду, что он это... Если мы говорим про ситуацию, когда ты руководитель, и ты получил выгоду от компании, то на каком виде заработной платы, да, у тебя нет никакого имущества компании переписанного на тебя. Ну, ты зарплату получал, а могут ли при этом обращаться физикально на все имущество? Конечно. Без проблем. Да не. Без проблем. На все, что нажито непосильным трудом. Просто нарушается вот эта логика, да, о том, что ты получил какую-то выгоду от этого, и соразмерность этой выгоды. Нет, это только одно из
Основание, ну, основание, да. А на размер она не имеет. Размер, как он очень просто. При банкротстве считают, кредиторы включаются в реестр, определяют, значит, долг компании, определили судебным актом, столько же должен, и если его ответственность может быть уменьшена, да, судом, с учетом обстоятельств. Ну, либо такая же, либо меньше. Ну да. Я бы тему с Росимуществом хотел копнуть чуть-чуть. Вы просто как раз говорили по поводу того, что если общество, которое распоряжение дало своему учененному обществу, да, в итоге Совет директоров проголосовал, тут же профпровинность, да, Совет директоров по директиве, а потом туда прилетают субсидиаты, ну, впоследствии каких-то дел. Получается, по вашей логике, можно и Росимущество привлечь? Ну, они же выгодоприобретатели. Допустим, они сказали, что там надо... 100% дивидендов сейчас перечислить за счет Росимущества. По логике руководителя Росимущества. А можно я пример? Да, считаю, что это, к сожалению, приводит к банкротству. Я очень прошу, меня простите, что я вмешиваюсь. Я вам сейчас просто приведу жизненный пример, который, мне кажется, даст вам ответ на все ваши вопросы. А субсидиарная ответственность. Банк. У банка отозвали лицензию. Топ-менеджмент привлекают за выдачу кредитов, которые в итоге не были возвращены. Но при этом выясняется, что все эти кредиты... в свое время прошли проверку в ЦБ. И ЦБ сказал, что все ок. Вопрос, ЦБ мы тоже привлекаем к субсидиарной ответственности? Нет, тут нет. Другая ситуация. Нет, подожди, ну, как ЦБ не заставлял сделать таким образом? Нет, давай, нет, 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 смотрите, в свое время... Сделать, ну, что, нет, безусловно, вопрос. Да. Но раз в какой-то период времени, в каждом банке по-разному, ЦБ запрашивает определенные документы по ряду кредитов и проверяет, насколько эти кредиты были выданы правильно или неправильно. И вот мы имеем акт проверки ЦБ, который говорит, все отлично с этим кредитом, вы все правильно зарезервировали, с ним все прекрасно. А потом у банка отзывается лицензия, этот кредит не возвращается, и топ-менеджера, который согласовывал выдачу этого кредита, либо подписал кредитный договор, привлекают на сумму этого кредита к субсидиарной ответственности. Но ведь кредит был проверен ЦБ. Ну, хотят привлечь или привлекли. Так вкладывают. Привлекли. Значит, как проверять ЦБ? Я знаю, как проверять ЦБ. Есть правильно. Они говорят, все хорошо. Да. Это первое. Второе. Кто принял решение? Кредитный комитет. Вот вы идите сюда. Там не только кредитный комитет. Вопрос в том, что, как правило, вот такие вот органы, они, конечно же, не при делах. Они выполняют работу. Вы чуть-чуть другой пример приводите. Здесь, в данном случае от Росимущества приходит прямое распоряжение Совет директоров проголосовать за такое-то решение. Ну, там, соответственно, там, не знаю, по принятию, условно говоря, по принятию сделки, не знаю, по выплате. Ну, в данном случае, скорее всего, ну, там либо какая-то невыгодная сделка тогда будет, либо... Ну, продажа имущества, скорее всего. Да-да-да, либо там, ну, что-то еще. В общем, в итоге выгода, условно говоря, потом эти деньги, полученные у нас выгодоприобретателем, получается, кто? Росимущество, они же туда идут. А их прилетает субсидиарка. То есть, ну, на самом деле, вопрос поднимался давно-давно, да, и вот с одной стороны, с формальной, постоянно ставят препоны, что, типа, распоряжение и там... лица, кто делает эти директивы из Росимущества, никаким образом не привлекается, но вы приводите пример, что если выгода пришла в Росимущество, то как бы вот она, прямая цепочка. Но привлекать их на самом деле никто не будет. Ну, конечно, я думаю, что... Да, я с вами полностью согласна. Это исключение для госорганов просто. Нет такого исключения, так практика работает. Во-первых, жена Цезаря вне подозрений, это первое. Привлекли за единственный кредит. Вот лицет Йовис, но лицет Бойс, что позволено Юпитеру, то нельзя было. О, все правильно. Жизнь многообразна и удивительна. То есть пока не будет прямого закона, да, который обязан, но, в смысле, но если у вас есть такое распоряжение, а еще плюс, как мы обсуждали, вы напишите туда и скажете, что эта сделка какая-то вот мне кривая, нравится, да? Кривая, то это дополнительно... Это большой дополнительный плюс. Большой. Я уже поверил, что оказаться как-то и не можешь. У тебя потом... Подождите, никто не сказал про... Послушайте внимательно. Здесь, вот, мне кажется, здесь очень важно, как бы вот нужно в голове понять, да, что отказаться – это тоже вариант. Но прежде всего нужно сказать свое мнение.
да, четко зафиксировать свое слово, расписать, почему вы так считаете. Это очень важно. Это, может, тоже не любит, ужасно. Нет, то, что они любят или понятно. Не любят, это второй вопрос. Ну, смотрите, есть два вида последствий, да, таких действий. Потеря карьеры, там, потеря должности. Да, в черный список, или черный какой список, он там называется. Еще куда-то, да. Там, да. Но это все на одной чаше весов, а на другой ваша конечно. Дача, ваша квартира, ваш дом, машина там. Иногда дети. Земля, дети там, да. И их тоже там, и жена. И жена, и жена. Вот как можно от жены избавиться, да? Еще, коллеги, вопросы? Инсайд дня, да? Ну, в общем, я считаю, как вот можно сказать, что все многограннее и многограннее все это становится. Чудесатие, чудесатие. А подскажите, когда погромче, чуть-чуть погромче. Когда гендиректор выносит вопрос на совет директоров, который, ну, не требуется по уставу выносить, то в этом случае он, ну, как бы вовлекает в принятие ответственности совет директоров. И в случае предъявления претензий, если я правильно понимаю, то совет директоров тоже будет привлечен к субсидиарной ответственности. Для этого он и делает это, конечно, чтобы сместить с себя удар. Не, ну, я вот... понял вопрос. Слушай, ну, да, он еще не сказал вопрос. Не-не-не, ну вот именно в этом же вопрос о том, в чем суть вот этого привлечения. То есть и совет директоров, поэтому, вот как коллега говорит, он и отказывается, говорит, принимай сам решение, мы не хотим в этом участвовать. Ну это в железнодорожном, знаете, называется... На железной дороге. Вы знаете, перевести стрелку, да. Вы знаете, я бы здесь все-таки разделила государственные компании и частные компании. Да? То, что я, например, наблюдаю в некоторых частных компаниях, когда топ-менеджмент, да, там, генеральный директор выносит сделки, я честно вижу, это прямо из практики, когда члены совета директоров говорят, а почему мы это должны рассматривать? Это прям и более того, в очень многих программах, где тебе рассказывают про корпоративное управление, как быть независимым директором, этому учат, да, что надо спрашивать. И тогда, если мы сейчас с позиции независимого директора говорим, или там просто члена совета директоров, здесь история про что? Про то, что ты, ну как бы, если тебе говорят, ну как, мы посоветоваться, если посоветоваться, значит в решении что должно быть написано? Посоветовали, рассмотрели, но там нету ни ок, ни нет. Да, просто приняли к сведению. Здесь еще очень или отказали в рассмотрении. Интересный такое тоже бывает. Пример из практики, когда сделка требует одобрения. Вот. Но у нас по закону, как известно, оно может быть предварительное в идеале, а может последующее. Вот. И что-то надо срочно сделать. Приезжает, допустим, там, не знаю, министр, да? Нужно срочно дорожку положить. Там. Ну, это мелочь, конечно. Ну, примерно смотри, так. Какую дорожку? Завтра, ну, золотую, конечно. Завтра приезжает, срочно давай, а где одобрение? После сделаем. Значит, дорожку золотую положили, вот, а потом выясняется, что у компании еще госучастие есть. Он приходит за одобрением и спрашивает, а где одобрение? Ты что, с ума сошел? Что твои проблемы, что ты сделал? Но министр прошел по золотой дорожке. Ну, разумеется, разумеется, да. Только нужно. Нет, опять же, все это нужно очень четко прописать полномочия совета директоров, да. Это поможет ему доказать, уменьшить, избежать. Ну, устав, в принципе, написано полномочия. Динамичного исполнительного органа, например, до 5%, да, так, потом полномочия совета директоров и полномочия собрания акционеров. Ну, вот здесь коллега, это права, надо говорить, что если это полномочия совета директоров, но не собрания акционеров, естественно, что это ответственность их, ну так. Ну, тут все не так однозначно. Все не так однозначно, да, то есть вот... Все равно оно поднимается все вверх. Вот, да, опять же будут, а ты в одном классе там с ним, да, как я говорил. А ты с ним там в школу ходил или в детский сад вместе. То есть ну, это очень-очень много. Понятно. Да. И с точки зрения, как бы, это называется кто о чем, а лысые расчески, да, я как бы опять как бы к корпоративному управлению, да, эффективному и как бы системному. Понятно все, уставы и так далее. Но в устав ты все
ну, как бы очень трудно положить. Поэтому очень часто делают нормальные матрицы ответственности, да, которые там прилагаются, ну, не знаю, к чему, ну, в общем, к чему-то прилагаются, имеют законные основания, да, где прописывают достаточно четко, да, как, ну, максимально, по крайней мере, четко и по разным сферам, да, кто за что отвечает. И это, конечно, уменьшает или нивелирует, или, ну, то есть это в любом случае принимается во внимание, когда наступает плохая ситуация. Ну да, компании никто не запрещает издавать свои локально-нормативные акты, которые не должны противоречить уставу. Да? Если такая матрица есть, это поможет. Да? Кому-то, а кому-то нет. А кому-то нет. Наоборот, да. Если мы говорим про голосование в рамках Совета директоров, и там не было никакой мотивировочной части, человек просто воздержался. Не проголосовал за, а воздержался, его это как-то защищает. Поможет. Один из факторов, но нас учат, что не поможет. Да. Не 100% освободит, но... Ну, здесь Владимир как бы выступает все-таки тем человеком, который обычно защищает, и поэтому он цепляется за каждый кусок. Да? Но концептуально, как бы говорят, по крайней мере, когда учат независимых директоров, совершенно четко, что когда ты воздержался, ты практически поддержал. Или скажи свое веское слово. Вот вопрос, как вот мы обсуждали вначале, да, что есть ощущение, да, что что-то там не так. Значит, должно быть особое мнение. Есть же особое мнение обычно. Воздержался, оно может, на мой взгляд, быть квалифицировано как бездействие. Ну, может быть квалифицировано при определенных обстоятельствах. Но наряду с другими там действиями, факторами, оно может как небольшая гирька на весах. Бывает, но лучше против. Иногда в совете директоров ты понимаешь, что что-то как бы странно, но у тебя нет там никаких документов, ты против. А почему против? Ну вот. Поэтому очень часто рекомендуют, что рекомендуют, как бы, если все-таки у вас по каким-то причинам вы хотите проголосовать этот нейтрально или как там называется, то есть особое мнение, где вы прямо так и пишете: у меня мало информации, рекомендую совету углубиться в этот пункт, хочу доизучить, следующий предлагаю, ну то есть что угодно, то есть вы адекватные какие-то вещи как бы туда пишете, это явно будет плюс. Все документировать надо обязательно. Вы знаете, по этому поводу Михаил Николаевич Жванецкий в свое время сказал: самое надежное алиби — быть жертвой. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. Если это не самоубийство, конечно. Спасибо вам большое. Если будут какие-то вопросы постфактум, мы с удовольствием ответим. Да. Я хотела, может быть, знаете, такой как бы... Может быть, просто, ну не то, что итог, да, но несколько вот слов сказать, что вот честно считаю, что, по крайней мере, любой топ-менеджер, акционер или человек вот из того списка, который был у Владимира, который подлежит потенциально субсидиарной ответственности. Подлежащий. Да, подлежащий субсидиарной ответственности. Вот, то вот прям искренне призываю к системному управлению и к эффективному корпоративному управлению, да, к построению. И если вы можете способствовать этому, да, то как бы вот... всеми силами я вас зову туда. Тем более, что мы в институте системного анализа находимся. Да. Если еще такое, можно еще одна фраза, мне кажется, в развитии. Она так звучит: лучше перебдеть, чем не добдеть. Буква не пропущена. Вместе с презентацией и чек-лист ваш. Он такой, я бы его не хотела так на всеобщее обозрение. Я его рожала. Но вы знаете, мы можем сделать хитро. Мы можем попробовать его все вместе составить. Как бы я, может быть, вот вернусь к вот этому, боже мой, где? Нажми, пожалуйста, где у нас этот QR-код. Может быть, давайте сделаем следующую историю, что я вот включу комментарии у нас в нашем телеграм-канале, и мы с вами просто попробуем сделать, ну, те вещи, которые я уже сказала, я и, безусловно, напишу, да, и соберем с вами все вместе вот этот вот элементарный чек-лист системного управления. И я думаю, что он будет, как бы, ну, всем полезен. Вы, кстати, не опечатали его там в ходе скам? Да, опечатка я уже поменяла. Пошутила.
Напишите, напишите мне, как бы я... У кого нет, у меня же все, все я же у всех есть, да, напишите мне, я скину. А, и мы вам пришлем же эту презентацию, там будет QR-код по тем, кто зарегистрировался. Вы все зарегистрировались. Да? Спасибо вам большое.